Привет, привет, мои дорогие ребят. Не знаю, когда это видео выпустится, потому что щи же были только что. Но доедать-то их надо. Я же не могу каждый раз что-то новое готовить, правда? Я люблю Яну, у меня их есть не стало. Следующий суп, не знаю, может, правда, там рассольник варит. Может, рассольник, естественно, чипаринка. Что-то какой-то у меня стол. Что-то бац и не снимаю я, по-моему. В общем, я сделала свет, не знаю, что я там насняла. Доедать суп надо, говорю, погода у нас прям такая хорошая. Но сейчас солнышко появляется, поэтому я туда не пошла. Поэтому я принесла суп в зал. Все-таки я сделала это. Так вкусно. Я уже очень сильно проголодалась. Не знаю, прочитала про короткие видео. Кто видел, что у меня стали появляться в ленте короткие видео. Подала заявку на них. Но ответа нет. Ну, думаю, ну пусть будут. Кто спрашивал? Он идет, смотрите. Закопается или как? Там у нее вещи лежат теплые. Для подкопа. Нет. Вот такая наша собака. Она сейчас будет думать, что я ее буду кормить на диване. Прям. Суп прям ей дам тут. Косточку дам. А она не соизволит пойти поесть сама. Полезла, полезла. Прячется. Все. Нет, еще никак не может закопаться. Опасный номер. Уставшая собака. Спящая с утра. Она, по-моему, даже и кушать-то не ходила с утра. Она ночью. Ну, все, видите? Нет, никак, никак. Неудобно. Ну давай, Дебби, сделай это. Ее у меня зовут Дебби. Никак. Все-таки тут просто пахнет вкусненьким пока. Вкусненько. Поэтому уж не обессудьте, надо доедать щи, поэтому с этим мукбанг. Кстати, открываю YouTube, у нас есть программа в Нижнем Новгороде, кстати, где о криминальных новостях рассказывают. И такой, конечно, кошмар бывает, что там делается, что рассказывают. Мальчика увели, 7-летнего мальчика, мужик увел
с детской площадки, ну, как говорит мама, она его оставила буквально на 10 минут собирать вещи в сад. И увел, живет он на первом этаже с женой. Друзья, как мальчишки сказали, он им сначала предложил попить, они отказались, мальчик взял бутылку, и потом он его увел поесть. Мальчик пошел, друзья сразу там кого-то позвали, вызвали полицию, ну, сказали, где он живет, прибежала мать. Мальчик сидит на кухне, обернутый в полотенце, раздетый. И сожительница говорит, мы его помыли, он был грязный. И вот этот мужик, который его увел, тоже на кухне и в полотенце. В общем, ребенку увели поесть и помыть. Спрашивается, кто виноват? И почему ребенок, считайте, из благополучной семьи, да, 7-летний, не 3-летний, а пошел с чужим дядей, или 8-летний даже, попить и поесть? Ну ладно, все закончилось как бы благополучно. И покупаться. Как же может ребенок, и при том, что он сидел вполне адекватный, говорит, сидел на кухне в полотенце, не плакал. Его намыли. Вот тоже загадка. Там много таких всяких у нас историй. Рассказывается, которые происходят в городе Нижнем Новгороде. Иногда я вам буду тоже рассказывать что-нибудь такое вот. Прочитаю, расскажу. Ой, ну все, собака. Аттракцион невиданной щедрости. Она наелась, видать. Пробежалась с моей комнаты до дивана, спряталась. Там же меня нет, я здесь. Ей это скучно. Все, всех обняла. Пока-пока.